Всем привет! Хочу сегодня наконец убраться в кухонном гарнитуре, все перемыть, расхламиться, выбросить безжалостно все, чем я не пользуюсь. Но начну, наверное, с размеров нашей кухни. Стена вот эта у нас 2,5. Здесь уже идет вытяжка. Вот эта стена 1,20 м. Гарнитур у нас угловой. Вообще неудобный. Я пожалела, что не послушала первого мастера, с которым мы хотели работать. Но мне нужен был угловой. Я думала, это будет удобно и классно. В итоге это вообще неудобно. Не существует никаких угловых удобных шкафов, какие бы дверки ни были, каких бы размеров он ни был. В общем, это ерунда. Единственный плюс нашего гарнитура – это ящики до потолка, шкафчики. И то, что он белый глянцевый. И то, вот это была моя идея, цветная идея была Олега. Он думал, что все у нас сольется, но... Вообще, мы, когда заказывали гарнитур, все по максимуму дешевое выбирали, потому что нам нужно было переезжать, быстро-быстро делать кухню, в общем, так что, когда будем все это менять, уже постараюсь подойти с умом. Ну и хочу, наверное, показать, как что я храню. В принципе, у меня не особо-то здесь все организовано, я все до этого дойти не могу. Значит, в угловом узком шкафчике у меня хранится все для мытья посуды, это очень удобно. Все, здесь у меня раковина, здесь также я спокойно все беру. Вторая полочка – это все для аквариума, все это у меня хранилось под аквариумом раньше, но Макс стал туда залазить, я все убрала сюда. Здесь для аквариума, для кошки, что-то для собаки, витамины. И на верхней полке у меня все для растений, удобрения, какая-то химия, семена, в общем, все такое. Дальше такой узкий шкафчик, здесь аптечка. Ну, это не вся аптечка, здесь, в принципе, то, чем в основном, ну, чаще пользуемся, да, когда болеем. Вторая полочка, ну, ерунда. Полная нитки, коробочка от фильтра зачем-то, джут, хотела кошке как-то дочку делать, так руки не дошли, батарейки, которые нужно уже давно отнести, чтобы переработали их. И на самой верхней полке у меня иконки. Ну и самый ненавистный и неудобный шкафчик – это угловой. Я всегда хочу найти какую-нибудь организацию более-менее удобную у кого-нибудь, но угловые кухни не так часто встречаются. Не знаю, зачем я только это все сделала. В общем, здесь у меня тоже все, что относится к аптечке, да, вот это вот. Потому что этот шкафчик собирает на себя вообще все. Вот есть место, все туда затолкало. Здесь аптечка запасная. Ну, как запасная? Ну, грубо говоря, таблетки от кашля, когда покупаем, они продаются в упаковке. Там сколько? 5 или 10 блистеров. Один блистер я убираю сюда. Все остальное хранится здесь. Ингалятор, там тонометр и лампа, ну, светить, да, не помню, как она правильно называется, в общем, солнышко. Кухонные весы тоже, ну, здесь мне удобно их брать. На второй полке бокалы, и на самой верхней полке там всякая ерунда тоже, знаете, что не нужно, я все туда собираю. Ну, эти шкафчики вы уже не раз видели, здесь у меня кружки, тарелки. И на самом верху мультиварка стоит. Дальше узкий шкафчик. Тоже я не подрасчитала, когда это все планировала. Я вообще не могу вот так вот, ну, не видя, да, без такого наглядного примера что-то спроектировать, придумать вот эту кухню. Короче, как получилось, так получилось. В общем, здесь узкий шкафчик, хранится... Все специи у меня, которыми я пользуюсь, их не так много. Там у меня сахар, мука, и на самом верхнем шкафчике, он практически пустой, там хранится кофе, который не помещается в контейнер, чай, который тоже не помещается, какая-то присыпки декоративные для куличей, такое, что редко использую. Здесь у меня все с чаем связано. Тут кофе, шарики, завтрак. И в контейнере храню хлеб, конфеты туда, печеньки. Ну, проще мыть контейнер, чем потом весь шкафчик выгребать. И в верхнем шкафчике там хранится мясорубка. Далее шкафчик у нас над вытяжкой. Он тоже, место здесь пропадает.
Здесь хранится, знаете, все скотч, батарейки, маленькие отверточки, которые Максику игрушки, ну, чтобы там разобрать. Быстро здесь как-то удобнее достать. Здесь какие-то документы на технику, книжки с рецептами, которые выкинуть вообще надо, и чехол лежит от штатива. Здесь вообще предполагалось две полки, но из-за того, что купили такую вот широкую гофру для вытяжки, полки пришлось убрать. Да, можно сделать ее уже, я знаю, но заморачиваться этим никто не хочет, поэтому шкаф этот у нас пустует. Так, перейдем к нижним шкафчикам, да? Здесь у меня в угловом хранится масло, я туда ставила всякое разное здесь. Вон маринад, все, что осталось. Мед, там крахмал. Везде, короче, у меня все раскидано. Здесь у меня хранится посуда, которая приходит в гости. Я достаю. Это вообще все убирать отсюда надо, потому что Максим постоянно это все достает. Ну и шкафчик под мойкой. Да-да-да-да. Я ничего вообще не убиралась, прежде чем показывать, потому что смысл показывать, да, уборку по убранному. В общем, здесь, как у всех, мусорное ведро. Там у меня хранятся в таких ящичках. Я их в Фикспрессе брала еще давно. Какие-то губки, перчатки, щетки, всякое такое. Во втором ящичке хранятся пакеты. Там у меня с одноразовой посудой контейнер. Ой, с пластиковой посудой контейнер. Чайник. Картошка, лук в контейнерах, лимонная кислота, макароны. Макароны храню здесь, ну, потому что больше некуда ставить, большой мешок, но закрываю его таким зажимом для пакета. В общем, там перчатки, подносы и больше всего то, что не нужно, а все там хранится, не знаю. Тряпочки я храню вот здесь, приклеила крючок, сюда вешаю. У меня был такой зажим еще с прищепочкой крючочек, но Макс куда-то его уже умылил. Дальше такой ящик с столовые приборы здесь, ножи, открывашки. Нету по размеру, не могу найти вот этот вот ящичек. В следующий раз, когда будем делать гарнитур, буду прям все подбирать, чтобы, ну, подходило. Далее ящик с контейнерами, форма для выпечки, салатники. Терка. Ну, мне здесь просто, опять же, удобно. Около мойки все. В нижнем шкафчике тоже стоят какие-то контейнеры. Чаша от мультиварки, форма, дуршлаг, миксер. Вообще, вот эта секция, она была рассчитана для посудомоечной машины. Но когда я начинаю задумываться, просто, ну, у меня не будет уже столько места для хранения, хотя это можно будет опять же все переорганизовать, еще раз расхламиться. Не знаю, пока я боюсь занимать его посудомойкой. Боюсь, что мне места вообще не хватит. В этом шкафчике все макарошки, крупы. Это все нужно разложить, переложить. Сейчас этим всем займусь. Что-то половину выкинуть, что уже тут лежит, не знаю сколько. В нижнем ящичке у меня кастрюли, сковородки, крышки. Дальше духовка. В ящичке под духовки, ну, тут, наверное, все как у всех. Противень и все, что нужно для выпечки. Брала фартук, думала, буду фартуки готовить. Так его один раз, похоже, только использовала, и все. У меня привычка, вот готовлю и начинаю руки об себя вытирать. Думала, буду фартуком пользоваться. Так и не пользуюсь. Ну, в общем, вот и все. Вся моя кухня. Ну, приступим, наверное, к уборке. Я надеюсь, Макс мне даст это все сделать. Вика у меня у бабушки. Максим пока смотрит мультфильм, так что поехали.
first time I've got home. I don't ever wanna lose you now. I don't think I'll make it here now. I don't ever wanna lose you now. I don't think I'll make it here now. 'Cause it's you and only.
За окном уже темно, время 8 вечера, я начала в 12 и закончила в 8. И это я убирала сегодня только на кухне. Шкафчики все отмыла. Мне кажется, их даже еще можно тщательнее потереть, чтобы отмылась, потому что Макс уже капризничает, он сегодня днем не спал. Это была ужасная уборка, если честно. Но я рада, хотя бы все освежила. Здесь, в принципе, все осталось как есть, ничего не организовывала, потому что это еще нужно все обдумать, придумать. В принципе, все осталось как есть, только все помыла, выбросила что-то просроченное, обрезала блистеры, которые были без таблеток. Там тоже выбросила коробочки, остались только нитки и батарейки. Здесь тоже все перебрала, разобрала. Там у меня лежит теперь только поднос для торта и плейсматы. Единственное, что я изменила в ящиках, это здесь. Убрала отсюда сушилку, потому что она была вся в ржавчине. Все тарелки в ржавчине. Не знаю, пока поставила так, буду что-то думать, может быть, в интернете что-то присмотрю. Поставил туда заварочный чайник, кувшин для молока и разделочную доску. Пока оставлю так. Потом, может быть, что-нибудь придумаю. Здесь я сушилку так оставила, потому что ее я протираю, мою чаще, потому что она, в принципе, на уровне глаз, да, всегда на виду. И всегда вовремя успеваю ее почистить, освежить. Перебрала специи, освободила полностью верхний шкафчик, выбросила оттуда вся глазурь, что у меня была, в общем, все такое, оно у меня там хранилось, уже все сроки поистекали. Здесь муку пересыпала, там у меня стоит блинная мука, овсяная мука, крахмал туда положила. В общем, такое все в основном для выпечки туда поставила, но тоже вообще неудобный шкафчик. Я не знаю, зачем я делала эти узкие шкафчики все. Тут все, что я использую, часто так и стоит. Здесь тоже так все осталось. Уберу только единственное отсюда завтрак вот этот. В принципе, Вик его уже 100 лет как не ест. Поэтому буду все переорганизовывать. Нужно этим заняться. Здесь тоже все для чая. Кофе сюда переставила. Стоит пока тут. Вымыла все здесь. Тут тоже нужно быстро уже использовать маш, который никто особо не ест. Листы лазаньи тоже нужно быстренько израсходовать. И пересыпать уже то, что часто использую, вон так, пшенку, гречку. Нужно будет это все в контейнеры. Тоже этот контейнер у меня лежит, потому что он по высоте, вот буквально ровно на крышечку не помещается. Главное, все вычистила, главное, все чисто. Здесь все так осталось. Тот ящик я не мыла, потому что тоже часто навожу в нем порядок. Над вытяжкой в шкафу я тоже не больно давно убиралась, все разбирала. Ну вот как-то так. Более-менее чисто. Не знаю, может когда-нибудь, в каком-нибудь через 100 лет, полностью буду делать другую кухню, потому что это просто неудачнейшая кухня. Хотя это кухня первая, которую сама заказывала. Нужно было просто заказывать стандартных размеров ее, делать обычные длинные ящики без всяких вот этих вот узеньких вставок. Ну, что сделано, то сделано.